Forbes опубликовал топ-10 российских миллиардеров, увеличивших свое состояние в кризис. Общий рост активов составил более 70 миллиардов долларов. Больше всех удалось заработать Леониду Богуславскому. Владелец фонда RTP Global увеличил свое состояние на 88% до 2 миллиардов 800 тысяч долларов. В правительстве новость вызвала споры. Кто-то неприятно удивился заработку в кризис, а кто-то обрадовался. Более подробно читайте в ленте новостей.